катастрофа. Титаник врезался в айсберг. Тонет. Паника. Все бегут с корабля, кто как может. Фима в шлюпку прыгает и сам гребет. Тут ему с корабля один молодой человек. Фима, что вы? Тут женщины на корабле. Что вы? В такой ситуации у меня на них не встанет. Не. Муж с женой сидят на кухне. Вдруг из-за стены соседский крик такой. Пидорасы! Говорит, слушай, что это с Михалычем? Да с Михалычем все в порядке, это со мной. Блин, забыл. Сегодня же наши в футбол играют. Включай телевизор. Чувак умирает, попадает на тот свет. И так перед выбором в рай, в ад. Бог ему говорит. Секундочку. Поддался искушению. Поступил не по-человечески. Подло. Говорит, меня Люцифер искусил. Говорит, да ладно. Говорит, да. Люцик, ты его искушал? Говорит, нет. Так и запишем. Пиздел на князя тьмы. А вы подписаны на анекдоты от Ада Я, а?